А что там на тех флешках, которые продаются в Китае с эмуляторными системами и библиотеками игр, о которых я ранее говорил и показывал в видеороликах? В этом видео я попробую ответить на данный вопрос, ведь такие флешки у меня есть, притом в нескольких экземплярах. Видите вот эту вот писюлину? Она стоит вот столько. И это просто флешка с софтом, почти в два раза больше, чем пустая такая же. Но почему вообще больше? Да потому что на нее люди потрудились и записали игровую эмуляторную систему BATA-CERA в данном случае, и еще для всех этих эмуляторов загрузили библиотеки игр. Как работает эта флешка, насколько она заполнена, как ее запускать, как настраивать систему, хороша ли библиотека игр или не очень, давайте обо всем по пунктам расскажу. После выхода некоторых из видео, когда я рассказывал об эмуляторных системах, которые установлены на Android TV приставки, мне говорили, можешь ли такую флешку купить, записать на нее образ системы, закинуть туда библиотеку и отправить мне по почте, а я заплачу. На что я отвечал, что на подобную работу я тратить время, к сожалению, сейчас не могу. Но данные флешки есть уже в продаже, китайцы их делают и отправляют, также можно купить, и сразу же вся работа будет сделана. И вот если кто-то что-то подобное действительно сделает, то придет ему вот такая вот маленькая коробочка. Внутри маленькой коробочки еще более маленькая флешечка, а внутри маленькой флешечки огромная библиотека игр. Куда же можно засунуть нам эту флешку, чтобы она развлекала нас своим ретро-содержимым? Да в общем-то в любой компьютер. Ноутбук, одноплатник, планшет, который обычно, как правило, создан для работы на винде. Можно взять какой-нибудь некомплект без жестких дисков, например, главное, чтобы был рабочим. Чем больше мощность компьютера, тем больше эмуляторов приставок мы сможем запускать, вплоть до PlayStation 3. Но не стоит сильно обольщаться. Вот у меня комп хоть и не самый топовый, но достаточно не слабый, и эмулятор PlayStation 3 на нем работает плохо. Но все-таки он там есть, и на хорошем компьютере будет работать куда лучше, чем на моем. А также в этой системе есть все эмуляторы ретро-приставок, которые я озвучивал в обзорах на прочие эмуляторные комбайны, сделанные из других устройств, и также различные консоли помощнее, такие как Nintendo Wii, Nintendo GameCube, PlayStation Portable, PlayStation 2, то есть побольше, чем мы могли себе позволить на игровой системе Emulek, например. Там-то ни Wii, ни PS2, ни GameCube в поддержке пока что не предоставлены, а PlayStation 3 уже и говорить не надо. Раз уж я сказал, что данная система умеет загружаться даже на компьютерах без жестких дисков, то стоит понимать, что загрузка ее происходит не через Windows. Она должна включаться еще после BIOS'а, и эти настройки надо задать в материнской плате. Версии BIOS'ов бывают разными, и поэтому настройки для включения загрузки с USB флешки или с картридера будут немного разными для каждого из компьютеров. Но в целом у всех инструкций по включению данной загрузки будут иметь и некоторые общие черты. Мы должны найти раздел Boot, там найти Boot Device Priority, то есть приоритет устройств для загрузки. И в этом меню в качестве устройства загрузки выставить либо параметр Removable Device, то есть сменный носитель, либо непосредственно USB флешку или карту памяти. На некоторых компьютерах есть карты памяти изначально в пункте выборов. Например, на моем основном компьютере я спокойно могу это выбрать. В BIOS'е данной материнки флешка показывается своими двумя разделами, и можно выбрать любой в качестве загрузки. Но только загрузиться она сможет лишь с одного из них, и это можно определить методом тыка, либо просто выбрать второй раздел, так как я знаю уже, что загружен именно он. На моем стареньком слабеньком ноутбуке загрузиться непосредственно с карты памяти нельзя, поэтому я ставлю данную флешечку в картридер и уже его ставлю через USB разъем. При выборе устройства загрузки в BIOS'е данной материнской платы флешка определяется, показывается ее объем, и можно ее выбрать, укатив на самый верх при помощи клавиш F5 и F6. И в таком случае загрузка будет происходить именно с флешки, а не с жестких дисков, где у нас установлена обычная операционная система, такая как Windows или что там у вас. На данной карточке находится система BATA-CERA. Она очень похожа на Emulek, но поддерживает немного другие устройства и работает несколько иначе. Хотя ее основа все та же система эмуляторная RetroArch. И настройки этой системы RetroArch будут точно такими же, какие мы использовали и в Emulek, и в RetroPie, и в RecalBox, они все будут одинаковыми. А вот BATA-CERA — это оболочка графическая, которая призвана облегчить для нас изменения настроек в RetroArch. Все эти копания с ядрами, опциями, кучей параметров настроек в самом RetroArch достаточно сложны для многих людей, а в оболочке немножко проще все это делается. Ну и самое главное, более привлекательно на вид. Хотя вот я сейчас сказал, что в оболочке немножко проще все это делается, но на самом деле проблемы могут нас подстерегать.
Первое – это сложности с управлением. Учитывая, что мы будем использовать какое-либо из компьютеров, то, скорее всего, управлять будем при помощи клавиатуры, ведь обычно именно она у нас к нему подключена. В случае с ноутбуками ведь та же ситуевина. По умолчанию клавиатура подхватывается лишь частично, и только лишь основные ее кнопки назначены, а все остальные, которые используются в горячих клавишах и их сочетаниях, не будут работать. А через них надо заходить в меню и выходить из него. У меня это все осложнилось еще и тем, что экран определился как вертикально ориентированный, перевернутый под 90 градусов. Возможно, флешку настраивали на каком-то подобном экране или устройстве. И мне надо переиначить все под себя, а управление работает не полностью, и нужные пункты меню я просто не могу вызвать. Если управляем клавиатурой, то основное меню вызывается кнопкой Enter, а дополнительное вызывается кнопкой пробел. Не особо интуитивно, правда? Наша главная задача – зайти в настройки контроллера и установить управление для клавиатуры. Ну или для геймпада, если вы его используете, потому что с геймпадом будет проще. После назначения всех клавиш, в том числе и горячей клавиши, так называемой, мы имеем возможность использовать горячие кнопки или сочетание их. Вот на картинке они указаны для геймпадов. На клавиатуре проводите соответствие в связи с тем, какое управление вы установили. Следует учитывать, что они будут работать только с того контроллера, который установлен как первый. Поэтому в том же самом меню, где мы устанавливали управление, переходим в пункт, где устанавливается первый контроллер, и там выбираем либо нашу клавиатуру, либо геймпад, чтобы это все работало. Если это не установить, то мы не сможем заходить в настройки RetroArch, выходить из игры, и множество других функций нам будут недоступны. Горячие клавиши надо запомнить или запишите их где-нибудь. Хотя вообще подсказку по горячим клавишам мы можем найти в пункте меню, доступном по клавише Select, и перейти на пункт View User Manual. Листая стрелками, можно увидеть вот такие шпаргалки по управлению. Если у вас, как и у меня, будет тоже перевернутый экран, то вы можете зайти в меню, которое вызывается кнопкой Start на геймпаде или клавишей Enter на клавиатуре. Ищем пункт System Settings или системные настройки, а далее Screen Rotation или поворот экрана. Там уже выбираем нужное количество градусов, на которые изображение будет повернуто. Для стандартной горизонтальной неперевернутой ориентации это 0 градусов. Ну что ж, с управлением вроде разобрались, теперь давайте перейдем к библиотеке на этой флешке. Она огромная, 256 гигабайт. Место немного оставлено лишь под обновление системы и под возможные обложки, которые мы будем загружать. Хотя, надо сказать, система мне предложила обновиться, но у меня не хватило места. Поэтому придется удалить несколько спортивных игр, которые я вообще практически не запускаю никогда. В описании указано, что в библиотеке загружено около 43 тысяч игр. Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что большую часть десятков тысяч этих игр представляют какие-то совсем мелкие игрушечки от совсем уж старых консолей. Игр, на которые было очень много, но вряд ли кто-то из нас их когда-либо запустит. Больше всего наших людей, наверное, интересуют библиотеки Sega Mega Drive, NES, она же Famicom, и консоли более новых поколений, которые шли после них. В их числе игры с аркадных автоматов, Panasonic 3DO, Sega Saturn, Sega Naomi, всяческие портативки, CD-аддоны и все, с чем мы более-менее знакомы. Или то, что может вызвать ностальгические эмоции. С Sega и Dendy вопросов возникнуть не должно. Они практически на всех подобных библиотеках и игрушках подобраны по максимуму, и будет трудно кого-либо огорчить. Мы найдем там любую игру из всех, которые помним с детства, и даже больше. А вот с подборкой для PlayStation, PSP, PS2, Wii и PlayStation 3 небольшие проблемы. В 3DO вообще одна игра. Файлы этих консолей закинуты скорее только для демонстрации, шедевров почти никаких там нету, и очень много вопросов вызывает огромное количество спортивных игр, в которые, наверное, немногие из нас играют. Для PlayStation 1, PSP, PlayStation 2 придется лопатить конкретно своими силами и закидывать те игрушки, в которые сами мы хотим поиграть. А может и наоборот, полностью вычищать, если мы будем использовать флешку в достаточно слабомощном компьютере. Эмулятор PlayStation 3, скорее всего, будет зависать у многих даже на достаточно хорошем железе, а значит нет смысла туда что-либо копировать. На моем стареньком ноутбуке и PlayStation 2, и Wii работают очень плохо. На моем основном компьютере работают отлично, но мне нет никакого смысла создавать из него эмуляторный комбайн. В папках PlayStation 1, PlayStation 2, PSP и Dreamcast очень много мусорных игр, которые желательно удалить. Много также спортивных игр, наверное, старались докидать для количества. Думаю, что данные разделы нужно менять полностью под себя. В папке с превью очень много игр, которых на флешке нету. У меня есть две версии, как такое могло случиться. Первая – это библиотека очень большая и закидывается по принципу, что влетело, то и останется. А что не вместилось, ну, то, наверное, и не нужно.
А еще вполне реален такой вариант, что в папке для превьюш закинули сразу все, чтобы любую игру, которую мы скопируем на флешку, сразу же подхватывала система и отображала ее с картиночкой. Если так, то тоже вполне разумно, потому что превьюшки много не занимают, и лучше уж сразу нас избавить от этих трудов. Батуцера система менее конфликтная, и эмулятор будет работать, даже если система его не особо-то тянет. С тормозами, с лагами, но запустится. Взять, например, тот же RetroBat, который был на жестком диске в 2 терабайта и запускался из-под винды. Он просто говорил «нет» и все, «не буду». Не та версия операционной системы, «не буду работать». Даже старенькие ретро-игрушки не запускались, если что-либо из системных параметров не сходилось. Тут же запустится, будет тормозить, пыхтеть и кое-как работать. Не знаю, хорошо это или плохо. Вот эмулятор Wii на очень слабом ноутбуке, хоть и тормозит, но все-таки работает. Ставим ту же флешку на более сильное железо, и она уже будет летать. Подгружать самостоятельные игры можно без проблем многими способами. Во-первых, в BATOSER встроен собственный файловый менеджер. Вызывается он по кнопке F1 на клавиатуре, и мы можем либо со своих жестких дисков скопировать нужные нам образы в нужные папки на флешке, либо с каких-то внешних носителей. Если мы превратили наш основной комп в эмуляторную машину, то прям с него можно и копировать образы. Если приспособили отдельный старенький какой-нибудь компьютер или ноутбук, то можно перенести через любой съемный носитель. Интернет тоже доступен, соединиться в локальную сеть тоже можно и также через нее перекинуть. Само собой, в случае, если на используемом железе у нас есть Wi-Fi адаптер. Флешку можно также воткнуть в другой компьютер, телефон или планшет и скопировать при помощи него. Главное смотреть, игры какого формата, а также архивы поддерживает тот или иной эмулятор. Например, игры для PlayStation 2 могут воспроизводиться прямо из архива формата ISO или JZ. А вот 7-Zip и RAR не видятся эмулятором. Неархивированные образы тоже можно использовать, но они тратят в два раза больше места. Флешку подобного формата или жесткий диск каждый из нас может сделать самостоятельно. В прошлом я это уже делал. Делается это точно так же, как мы ранее устанавливали систему Emuelic или Recalbox. Скачиваем образ BATOSER с официального сайта, записываем при помощи Balena Etcher или Rufus или Win32 Disk Imager. Запускаем на устройстве, после чего проводится первоначальная распаковка и настройка. Далее уже закидываем определенные образы игр, все библиотеки, биосы, файлы обложек, рамок, музыки, превьюшек. Возни немало, и для тех, кому время дороже, наверное, проще все-таки купить готовые и чуть-чуть перековырять под себя. Но если все-таки лишние флеха или жесткий диск имеются, то почему бы и нет? Для себя, например, я сейчас составляю списки игр для каждой консоли, которые я готов запускать и играть, а что-то просто вычеркиваю, чтобы нафиг не было. Например, в моем детстве не было ни Atari, ни Spectrum, и значит эти эмуляторы мне можно вообще не наполнять и не запускать, отключить их прямо в самом главном меню, чтобы даже не отображались. А вот для NES я накопал где-то 260 игр, которые готов в любой момент запустить и переиграть. Постараюсь собрать такие же подборочки для каждой из консолей, которые мне интересны, и мне кажется, это хорошая идея. А по флешке, пожалуй, все. Что мог о ней сказал, что мог показал. Даже, наверное, больше, чем требовалось. Штука незамысловатая, и ее полезность специфична для каждого. У кого-то есть дома железо неиспользуемое, которое можно приспособить под данную систему на флешке, а у кого-то ничего подобного, и она нафиг будет не нужна. У меня вот есть несколько ноутбуков без жестких дисков, и поэтому ее есть на чем запустить. Также одноплатники имеются. А у кого нет? У того нет. Впереди еще будет пара видео по другим носителям с подобным софтом, которые надо тоже бы разобрать. У меня есть USB флеха и есть также жесткий диск, который шел в комплекте даже с геймпадами. В корпусе еще таком необычном под аудиокассету. Посмотрим, что на нем, изучим, может там подборочка поудачнее. Мне вот сделали справедливое замечание о том, что я совершенно не говорю про дополнительные свои каналы, на которых тоже веду достаточно активную деятельность. Вот, например, мой строительный канал, где я рассказываю о том, как строю дом и делаю различные самоделки. Если вам интересно, то захаживайте, ознакомляйтесь. Ведь там, а вам не тут, а там и жизнь тоже не менее активная, даже отчасти более. В шапке канала с правой стороны есть ссылки на прочие страницы социальных сетей, в которых я обитаю и где со мной можно пообщаться. Будьте здоровы, мыслите позитивно, конструктивно и созидательно, еще увидимся.